Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. Як звісно, вересень – це період відкриття театральних сезонів. І у нас в Миколаєві 20 вересня відбудеться відкриття сезону оперно-вокальної студії імені Ніни Западінської. І тому зараз я з задоволенням напередодні цієї події представляю вам наших сьогоднішніх гостей. Іван Носик – лауреат міжнародних конкурсів вокалістів, художній керівник оперно-вокальної студії імені Ніни Западінської. Ось він, будь ласка, телеглядачі. Людмила Коваленко – солістка, вчитель, логопед Миколаївського міськвиконкому. І Валентина Пашкевич – солістка студії, заступник головного лікаря з медичної частини обласної стоматологічної поліклініки. Друзі мої, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю з началом відкриття театрального сезону, тому що студія – це не просто студія, оперно-вокальна студія наша Миколаївська, це настоящий театр. И сегодня вы немножечко в таком обновленном составе пришли к нам в студию. Мы сейчас об этом поговорим. Но, как я уже сказала нашим телезрителям, Иван Носик является лауреатом международных конкурсов вокалистов. Друзья мои, чтобы мы не были голословными, давайте послушаем нашего гостя. Побачим рідний край.
вот сейчас Иван Носик вместе со своими солистами, друзья мои, у нас в студии, в прямом эфире телеканала «Николаев». Иван, будьте добры, эта ария такая замечательная, и пели вы с вашими солистами. Расскажите, пожалуйста. Конечно, это не вся студия пела, правда? Добрый день. Добрый день, уважаемый Николаев. Наконец-то вы можете сказать «добрый день». Я хочу сказать, во-первых, поблагодарить, что пригласили нас на эту передачу. Мы очень любим ваш канал. И мы с удовольствием пришли к вам в гости. Вы только что услышали арию Андрея из оперы «Запорожец Дунаем» Гулака Артемовского. Мы пели эту арию с оперной студии. Вы видели не полный состав студии, потому что солистов насчитывается около 30 человек. Это 30 великолепных артистов, великолепных певцов, великолепных артистов, будем так говорить. Оперная студия имени Нины Западинской, мы получили буквально недавно это звание, потому что 17 мая ушла из жизни великая, я не побоюсь этого слова, великая оперная певица, наша Николаевская, педагог с большой буквы, руководитель оперной студии Нина Григорьевна Западинская. Боль утраты не покидает наши сердца по сей день. Нам очень трудно, но, тем не менее, любимое выражение Нины Григорьевны, как бы ее жизнь не била, как бы ее жизни не ставила на колени, будем так говорить. Она все время меня учила, говорила: «Ваня, нужно набраться силы, найти в себе мужество, подниматься и идти дальше». Поэтому мы сейчас идем дальше, мы продолжаем ее благородную миссию. А ее миссия – это… Она всю жизнь просвещала культуру, пропагандировала высокое искусство, оперу на Николаевщине. Очень здорово, что то, чем жила Нина Григорьевна Западинская, я думаю, что николаевцы хорошо знают нашу Николаевскую оперно-вокальную студию, и то, чем болела Нина Григорьевна, и то, что она, то, что вот без чего она не могла жить, это сохраняется, потому что это действительно очень нужное и необходимое искусство не только для Николаева, но и для всей страны. Мне кажется, что вот даже я… В масштабах всей страны это очень важно. Вот, дорогие телезрители, сидят замечательные солистки студии. Я бы хотела, чтобы вы тоже, мы видели сейчас вас на экранах, на экране наших телевизоров, но чтобы вы тоже сказали несколько слов. Людмила Ивановна, будьте добры. Ниночка Западинская – уникальный человек. Я пришла в студию, уже будучи взрослой женщиной, и когда она впервые меня увидела, то сказала, что даже нет вопросов, обязательно приходите, будем заниматься. И вот так постепенно прошло 20 лет. Незаметно совершенно. Незаметно, да? Совершенно, да. И теперь, конечно, вспоминать это достаточно сложно, это еще больная рана, но чем… Именно мы рады, что именно Ваня Носик своим талантом нас к себе так расположил, что мы его называем душой нашего коллектива. Он прекрасный педагог, он прекрасный преподаватель вокала. Вот. Поэтому мы так за него уцепились и любим его, обожаем. И желаем ему творческих успехов и нам вместе с ним. Ну да, Иван как молодой руководитель. Валентина, будьте добры, вы тоже уже не первый год являетесь солисткой оперно-вокальной студии. 15 лет. Всего лишь. Чем и горжусь. Я рада, конечно, что судьба меня свела с такими людьми. У нас не просто студия, у нас наша теплая, дружная семья. Вот мы много лет поем, много участвовали в концертах, не только во Дворце судостроителей. Вот с подачей Вани Носика нас приглашают и в другие коллективы, и на другие мероприятия. На День Незалежности мы ездили в Широкий Лан, поздравляли наших ребят. Вот, то есть мы всячески поддерживаем друг друга и пытаемся участвовать в жизни нашего города и нашей области.
Конечно, очень приятно, что окружают творческие люди. Учишься у них, заряжаешься позитивом. Стараешься тоже положительные эмоции дарить своим окружающим. Все у нас отлично, все у нас хорошо. Слава Богу, что Иван Носик нас поддерживает, потому что Нина Григорьевна для нас была не просто преподавателем пения, она была для нас мамой, наставницей, руководителем с большой буквы по жизни. То есть со всеми своими какими-то негораздными неприятностями, болью в душе или какими-то плачевными ситуациями по жизни, она всегда могла поддержать, настроить, все будет у вас в порядке, все будет хорошо, вы же певицы, вы должны петь. И таким образом это как-то вот передалось нам, и мы пытаемся это поддерживать, этот дух и атмосферу в нашем коллективе. Вот, поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать, Иван Носик еще об этом скажет, вот у нас в воскресенье будет открытие сезона 20 числа. Всех николаевцев мы приглашаем, будем рады видеть, кто уже часто посещал наши концерты. Может быть, кто-то первый раз придет на концерт. Это произойдет у нас в 15:00. Я покажу приглашение. Вот они развешаны по городу. Приходите, пожалуйста, будем рады вас видеть. Начало концерта в 15:00 20 числа, Дворец культуры и искусств на Адмиральской, 31. Да, Николаевский городской дворец культуры, творчества. Но, насколько я знаю, оперно-вокальная студия располагалась в областном дворце. Вы переехали? Или да, больше 50 лет назад Нина Григорьевна сначала в 40-летии была ее студия, 10 лет потом, когда построили дворец судостроителей, пригласили студию, и студия переехала в основной дворец культуры. И вот больше 50 лет Нина Григорьевна работала в этом дворце. Это прекрасный дворец, прекрасная сцена, я сам люблю очень эту сцену. Но, к сожалению, так получилось, что у нас после смерти Нины Григорьевны произошел конфликт с руководством дворца. Просто директор дворца Мария Николаевна Добкина определилась другой кандидатурой, выдвинула другую кандидатуру, что, в свою очередь, очень сильно... Кандидатуру на пост руководителя оперной студии. Это, конечно, очень шокировало студийцев и вызвало массу протеста. Вот мы пытались возмущаться, но, тем не менее, хочу сказать, все, что не делается, делается к лучшему. У нас просто не было другого выхода, мы вынуждены были уйти, потому что я не знаю, что сейчас там, может, какой-то вокальный кружок образовался, я не знаю. Вот. Но то, что студия Западинская, я хочу сказать всем николаевцам, что студия Западинская в областном дворце культуры больше нет. Мы переехали в городской дворец культуры и искусств. Есть такой великолепный человечек такой, ее зовут Екатерина Анатольевна Черныш. Это директор городского дворца культуры и искусств, заслуженный работник культуры. Когда возникла у нас проблема, она протянула руку помощи и помогла нам, она забрала нас с огромным удовольствием, приняла нас к себе. Мы сейчас имеем великолепное помещение. Великолепный зал для репетиции. Ребята бегут ко мне на репетиции, потому что у нас запланировано в этом сезоне очень много концертов. Концерты разноплановые. Это и опереты, и романсы, и старинная музыка. И в феврале месяце я уже начал работать над оперой «Наталка Полтавка», «Лысенко». Это будет событие в городе. Это будет полноценный большой спектакль в костюмах, с мизансценами, с оркестром. Мы планируем, я так думаю, провести во Дворце творчества учащихся, там будет видно. Вот. Я хочу сказать вам, что Екатерина Анатольевна приложила очень много усилий и помощи, а также хочу поблагодарить начальника городского управления культуры Заворотня Лилию Анатольевну, которая нашла возможность финансировать наш коллектив. Это в наше время очень немаловажно, понимаете. Вот. И в данном случае мы имеем то, что имеем. Мы имеем великолепный зал, мы имеем перспективу, я сохранил коллектив в том же, будем говорить, может быть, первозданном составе, в котором было при Нине Григорьевне, практически. Это 30, еще раз хочу повторить, 30 великолепных солистов с великолепными голосами. Они, конечно, все разные, потому что больше половины студийцев – это все-таки аматоры.
люди, которые просто влюблены в искусство, влюблены в музыку, но они, каждый имеет какую-то свою специальность. Вот Людмила Ивановна, педагог-логопед, Валечка, врач-стоматолог. Валечка вообще представитель дико страшной профессии. Врач-стоматолог. Но их всех объединяет одно. Это фанатическая, страшная любовь к классической музыке, любовь к опере. Вы знаете, это как наркотик. Если один раз попробовал, то уже на всю жизнь остается это желание. Кроме того, что любовь к опере, нужно еще и обладать вокальными данными. Допустим, конечно. Я люблю оперу, но если у меня нет вокальных данных... Нет, так я хочу сказать вам, что Нина Григорьевна очень строго отбирала в оперную студию. Я сам знаю, когда пришел 24 года назад в оперную студию, я тогда был артистом Украинского музыкально-драматического театра нашего, и меня пригласили в оперную студию. Я помню это прослушивание, когда я стал возле рояля, и у меня дрожали штаны просто от перепугу, потому что я сидел перед, можно сказать, богиней оперы, если так можно сказать. Это человек, который, она была очень мудрая, очень, очень умная, она была профессионал с большой буквы, она владела феноменальным просто голосом, у нее было меццо-сопрано в молодости. Она пела очень много в филармонии и в театре. Вот. Я хочу сказать, что этот человек, конечно, очень многое дал мне, потому что 24 года я вместе с ней прожил, можно сказать, в одном доме, и очень многому научился у нее, потому что после каждой репетиции, конец каждой репетиции у нас дома это были какие-то все время обсуждения, какие-то, даже когда она готовила сценарий на свои концерты, все время спрашивала у меня совета или какую-то консультацию, говорит, вот Ванечка, как вы считаете, а вот может быть так, вот давайте вот этого поставим в начале, а вот этого туда вниз, ну то есть все время был контакт. Но вы стали ее другом, да? Я был, да. Советчиком, можно даже так да, сказать. Да, вы знаете, у нас настолько было всего, так много общего, что я помню такой случай. Я был студентом консерватории, я закончил Национальную музыкальную академию Чайковского в 99 году. Очень, очень известного педагога, народной артистки Украины, профессора консерватории Христич Зои Петровны. Этот человек тоже очень много дал мне в жизни, дал мне путевку, можно сказать, в жизнь. Я помню случай, когда я приезжал домой, мы с Ниной Григорьевной могли часами засиживаться, обсуждая, разговаривая на темы музыки, на темы оперы. И мы не замечали, как время пролетало, это могли всю ночь сидеть до утра говорить. Иван, вот скажите, пожалуйста, жизнь продолжается дальше, и вы сейчас взяли на себя ответственность руководителя оперно-вокальной студии имени Нины Западинской. Конечно, все, что Нина Григорьевна вкладывала в студию, вы будете это продолжать. Но, тем не менее, вы все равно другой человек. Вы не Нина Григорьевна, вы Иван Носик. И, конечно, вы будете немножечко по-другому руководить, конечно, да. Сохраняя традиции, да, заложенные, да, Ниной Григорьевной, но у вас и свои новаторские идеи. У нас есть время, поделитесь, пожалуйста. Не раскрывая интриги, но так, чуть-чуть прикоснувшись. Вы знаете, у меня просто не было, честно говоря, выхода. Я, ну не буду скрывать, я сейчас довольно востребованный певец. Меня часто приглашают на концерты всевозможные, спектакли, постановки. Но когда случилось это горе, когда Нина Григорьевна ушла с этого света, с этого мира, я просто понял, что надо просто, наверное, брать, как говорится, в разоправление свои руки, потому что, вы знаете, произошел конфликт, и я просто, мне звонят ребята и говорят, студийцы, говорят, Иван Владимирович, если будет другой человек, то есть та кандидатура, которую предлагала Мария Николаевна Добкина, то мы просто забираем ноты, забираем свои там портреты и так далее, и мы уходим со студии. А почему вы не согласились с кандидатурой? Студийцы не хотели, они видели только меня. Они будущие студии, так же, как и Нина Григорьевна, видели только со мной. Педагогический такт, умение общаться с людьми. Это нас так, нам гармонировало, так нас подкупало. А я вот как по профессии педагог, психолог, логопед, то это для меня очень важные вехи в жизни. Поэтому мы с удовольствием хотим работать именно с Иваном Носиком. Ну, вам, я хочу сказать, вы в таком выигрышном положении, потому что если ты работаешь на предприятии и
назначают руководителя, хочешь, не хочешь, что вынужден согласиться. Хороший руководитель, плохой, но смиряешься и подчиняешься руководителю. А у вас, друзья мои, смотрите... Извините, я хочу немножко перебить вас. Понимаете, это не предприятие, это не коллектив. Нина Григорьевна создала не просто оперную студию, большую профессиональную студию, большой коллектив. Это семья. Понимаете, это семья. То есть студийцы были против этой кандидатуры, хоть он тоже очень известный человек в городе и так далее, но тем не менее, понимаете... Ну, в общем, Иван, избрали вас. И я бы хотела все-таки, чтобы мы поговорили о перспективах и планах, которые вы сказали об опере, которую вы собираетесь поставить с костюмами. Это будет действительно, будем надеяться, очень красочное и яркое зрелище. Еще что? Все, что не делается, делается к лучшему. Мы в великолепном зале сейчас, в центре Советской. Мы базируемся в выставочном зале, который находится на Советской. Это здание нашей старой Николаевской филармонии. Вы знаете, там даже сама аура вот благоприятствует тому, чтобы творить, петь, что-то делать и так далее. Потому что там пели очень-очень великие, знаменитые певцы. Я хочу сказать, что у нас планы очень грандиозные. 20 числа я хочу пригласить всех николаевцев в 15:00 в городской дворец творчества, который находится по адресу улица Адмиральская, 31, вход с площади Соборной, так сейчас называют площадь Ленина. Это будет большой концерт, открытие сезона оперно-вокальной студии. Концерт будет, конечно, лично для меня очень особенный, потому что мы впервые выйдем на сцену без нашей любимой Нины Григорьевны. Но ничего не поделай, жизнь продолжается, мы должны дальше работать, творить и продолжать ее благородную миссию. Да, я думаю, что Нина Григорьевна бы не очень обрадовалась, если бы студия перестала жить. Правда? Да, конечно. Недаром столько, более, сколько, более 50 лет. Больше 50 лет. Через 3 года оперная студия будет отмечать круглую дату 60 лет. 60 лет на Николаевской земле. Да. Вот такой светильник, очаг культуры и большой музыки. Я хочу сказать, что мне очень приятно, когда я читаю по оперной студии, что оперную студию в музыкальном мире нашего города называют «жемчужиной», потому что так оно есть. Это уникальный коллектив, и я рад просто, что я все-таки смог сохранить этот коллектив, что все остались, все 30 солистов сейчас остались в том же составе. Мы просто находимся в другом помещении. А так ничего не поменялось. Иван, ну как руководитель такого большого творческого коллектива, оставим на минутку профессии за порогом студии, когда к вам приходят, это все-таки солисты, это музыканты, это певцы. А как известно, творческие люди, они немного могут быть и капризными, и несогласными и так далее. Вы понимаете же, какое бремя ответственности на вас возложено? Да, я понимаю, потому что это разные люди с разным характером, но тем не менее, они все очень любят музыку, а я люблю их. Вы любите своих студийцев? Я очень люблю студийцев, потому что они все индивидуальные. Девчонки, а вы? Объясняйтесь любви. Вам в прямом эфире. Мы любим, ценим и желаем творческих успехов Ивану Носику и всем нашим студийцам, потому что голоса уникальные. Вот слушаешь друг друга и восхищаешься. Как здорово! Это очень здорово. Валентина, любите Носика? Это просто сказать «любите». Скорее всего, большое уважение к человеку, который продолжит дело Нины Григорьевны. За столько лет он уже знает, как нужно делать концерты, какие нужно произведения, потому что очень много классических произведений. Нам это нравится, мы это любим, и поэтому в совокупности, конечно, мы любим Носика. Слава Богу. Ну что ж, друзья мои, я желаю вам творческих успехов. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. И я хочу напомнить телезрителям, что 20 сентября, в воскресенье, в 15 часов, во дворце, в городском дворце творчества, учащихся по адресу улица Адмиральская, 31, в 15:00 большой концерт открытия сезона оперной студии.
Да. Мы всех ждем любителей оперы и классической музыки. Друзья мои, приходите, наслаждайтесь и впускайте в свои сердца великую и большую музыку. Вы не пожалеете. Це була розмова на тему. На все добре.